Все наши. Я растеряюсь. Солнышко, пойдем. Давайте, пускай. Я их просто, чтобы они... 12-й отряд, дети, еще раз, где? Ну, обстановка разная, бывает и громко, бывает тихо, да как. Вот, добрались хорошо, везу детей участников СВО, вот, все было неплохо, все хорошо. Здесь прибыло к нам сегодня 277 детей из Белгородской области, из всех районов. В первую очередь это дети, родители, которые участвуют в специальной военной операции. Поэтому вся медицинская помощь, которая здесь есть, она будет оказана.